Я, короче, в полнейшем шоке. Я же финансист, математик, и я посчитала, что можно сэкономить за всю жизнь 1 миллион долларов или 75 миллионов рублей на косметике. А, пожалуйста, перепроверьте меня, если что-то не так, и напишите в комментариях. Вот уже 13 лет мы с мужем принимаем витамины Wellness Pack. И дочери уже 14 год, и она также начала отдельно принимать витамины Wellness Pack. Я считаю, три продукта, или в принципе будет два продукта плюс косметика, не суть. Смотрите, от полной цены нам всегда действует скидка 20%. Плюс еще на постоянке действует акция. 3 плюс 1 равно в подарок. Таким образом, что это 25% скидка на продукт. То есть мы считаем и делим на 4 равно 0,75. Да, вот 25% скидка. Поэтому 20% скидка — это наша цена. Плюс 25 получается 45%. 3 900, мы видим, да? 3 900 умножаем на 3 равно, это вот 11 700, и умножаем на 45%. Получается 5 265. Вот. Плюс еще кэшбэк у меня возвращается 1600 рублей. Это я с уровня 22%, но там еще цена, объем продаж чуть меньше балл. И я посчитала еще дополнительно, но мы это не будем считать. То есть мы берем, что как будто на косметике мы экономим 5000 рублей, да, это 150 баллов, да, это может быть там какие-то другие продукты. И вот эта скидка, какая разница, вы покупаете там, например, по максимальной цене не с 20%, не с 30%, а там 40% скидка, вы выбираете два по цене одного и так далее, какие-то супер акции, плюс получаете что-то в подарок. Я просто показала на трех продуктах. Идем дальше. Вклад в ВТБ на год 7,65. Пойдем дальше. Сэкономленные деньги мы отложим под процент на год. Ну, чисто гипотетически нет денег, ну и нет денег. Поэтому мы их откладываем, сэкономленные денежки. А вот эта вот сумма — это 3 недели. 3 недели каталог действует. Если это месяц, делим на 21 день, умножим на 31, да, это более 7000 рублей, да, экономия. В Excel я посчитала, сколько можно сэкономить, если инвестируя наш доход 2, 3, 5, 7 тысяч рублей в месяц и положить сразу на год и не брать эти деньги. То есть каждый месяц мы откладываем такую же сумму, 7 тысяч, потом будет это 14 тысяч, 7 плюс 7, еще плюс 7, плюс 7, плюс 7, плюс 7, и на каждый месяц мы добавляем еще дополнительно процент. То есть формуле заложено. Давайте я вам покажу. То есть ставка каждый месяц на 1,00635. Откуда это получилось 6375? Это 7,65 ставка в год, делим на 12. 0,6375. То есть я заложила и дальше просто посчитала посчитала. Смотрим. Через 10 лет откладывая 2000 рублей, вот столько за 10 лет сэкономите вы, да? Нормально? Нормально. Дальше. Если откладывать 2000 рублей за 20 лет, больше миллиона отложите. Вот такую сумму, вот такую сумму, вот такую сумму. Смотрите, почти 4 миллиона вы сэкономите за 20 лет. 50 лет, если следовать четкому правилу и сэкономленные деньги на косметике откладывать. Откладывая 2000 рублей, мы отложим 13 миллионов, да? 3000 рублей это будет. 20 миллионов отложено. 34 миллиона, если откладывать 5000 рублей. Да? Хорошая, хорошая инвестиция. Сколько можно квартир купить за 50 лет? Да? И вот тут вот 48 миллионов, если каждый месяц откладывать по 7000 рублей.
Мне важно было 1 миллион долларов, и я посчитала, это 55 лет. Вот, откладываю по 5000 рублей, по 5000 рублей откладываю 60 рублей, 60 лет, вы сэкономите 75 миллионов, либо 105 миллионов, откладывая по 7000 рублей за 60 лет. 60 лет мы пользуемся косметикой. Сначала как младенец, потом как старик. Но у нас дети, внуки. Это гипотетически просто цифры. Ребята, просто цифры. Есть смысл задуматься, какие там копеечки? Ой, там что там я 2000 рублей сэкономила? 3000. Откладывайте. Ну, у вас же все равно этих денег нет. Вам же все равно, где покупать. Вы покупаете косметику в магазине, а вы на этом деньги зарабатываете? Нет, не зарабатываете на этом деньги. А куда вы их тратите? Нет. В общем, задумайтесь, какие это огромные суммы. Поиграйтесь. Посчитайте, какую сумму ваша семья тратит на косметику, на здоровье, ароматы, уход за лицом, за телом, за волосами. То есть все, да? Посчитайте, какую сумму вы можете сэкономить. И посчитайте, если ее отложить в банк и не трогать под процент 7,65, да, который сейчас действует. Да, я там понимаю, инфляция, но чисто гипотетически посчитайте. Возможно, вы найдете другие виды инвестирования. Потом скопится денежка в недвижимость вкладывайте. И подумайте, какое количество недвижимости вы купите до пенсии. Куда вы инвестируете? Думайте сейчас, пока вы красивы, молоды, у вас энергия есть. 55 лет можно сэкономить, 75 миллионов отложить, если мы их не будем трогать. А поиграйтесь, составьте в Excel свои таблицы, посчитайте, посмотрите, подумайте. Неважно, какая сумма экономии. Посчитайте, сколько ваша семья в среднем покупает косметику. Вкладывает в себя, в свое здоровье, в свой уход, в свою красоту. Вот. И имейте всегда как минимум 2-3 источника дохода. Какой источник дохода? Доход с продаж, доход с экономии, доход с инвестирования, доход с недвижимости, ну, конечно, доход с Oriflame. Это когда вы приглашаете в Oriflame и строите сильные, стабильные структуры. Поэтому, будьте красивы, будьте здоровы и зарабатывайте вместе с Oriflame. В Oriflame можно стать миллионером просто на покупках для себя, для своей семьи. Я вообще словила инсайт, капец. Напишите, пожалуйста, в комментариях, все ли понятно, и перепроверьте меня, где я ошиблась.